фестиваль современных и уличных танцев. На одной площадке столкнулись опытные профессионалы и начинающие танцоры. Впервые в Караганде проходит областной фестиваль современных уличных танцев. Более 30 команд собрались, чтобы посостязаться друг с другом. Как говорится, на других посмотреть, себя показать и получить главные призы. Фестиваль проводится впервые. Организаторы проекта отмечают, что заявок на участие в этом танцевальном фестивале было много. Отбор не проводился. Все, кто хотел продемонстрировать на большой сцене свои способности, сделал это. Сегодняшнее мероприятие даст еще один новый толчок для молодых людей, чтобы заниматься спортом, заниматься танцами. Танцоры выложились на 100%. Отточенные движения, слаженная работа, яркие костюмы. Каждое выступление уникально, ведь главные условия конкурса не повторятся. И мы надеемся, то, что мы выиграем и получим первое место. Мы приготовили уличные танцы. Ну, типа веселые, современские, юношеские. Призы за победу солидные. Отметим, что призеров оказалось несколько. Есть три номинации по двум категориям. То есть это соло-начинающие, соло-профессионалы, дуэты начинающие, дуэты профессионалы, команды начинающие, команды профессионалы. То есть 6 победителей у нас будет. Каждому будет вручен денежный приз плюс диплом о том, что он победитель. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.